Приветствуем вас на канале ветеринарной клиники Биовет. Тема этого видеоролика – бабезиоз, пироплазмоз собак. Бабезиоз или пироплазмоз – это сезонное заболевание крови. Болезнь вызывает паразит – иксодовый клещ из рода бабезия. Клещ при укусе внедряет в кровь свои микроорганизмы бабезии, которые проникают в эритроциты, разрушая их, что в дальнейшем приводит к анемии, что в свою очередь нарушает работу всех внутренних органов. В первую очередь нарушается работа кроветворных органов, органов сердечно-сосудистой системы. Также страдают органы мочевыделительной системы. Клещи активизируются практически сразу после схода снега и атакуют животных до первого снега. Пик заболеваемости приходится на май и август-сентябрь. Опасно заболевание для собак любого возраста. Инкубационный период составляет от 1-5 дней до 3 недель. Симптомы пироплазмоза у собак: повышение температуры тела до 42 градусов, отказ от корма, повышенная жажда, вялость, апатия, моча становится темного цвета, возможно, рвота и диарея. Если у собаки наблюдается один из вышеперечисленных симптомов, следует немедленно обратиться за помощью к специалистам, так как бабезиоз может закончиться летальным исходом при неоказании своевременной ветеринарной помощи. При отсутствии лечения смертность собак достигает 98%. Диагноз ставится на основании клинических признаков и лабораторных исследований крови. Для диагностики пироплазмоза используют капиллярную кровь и исследуют под микроскопом. В клинике Биовет есть собственная лаборатория, что ускоряет диагностику заболевания. Лечение пироплазмоза у собак на ранних стадиях имеет решающее значение и способствует быстрому улучшению состояния питомца. Запущенные же случаи не обходятся без осложнений и нередко приводят к летальному исходу. После обнаружения в крови собаки бабезии вводится специальный препарат для уничтожения паразитов. Также требуются препараты для поддержания работы всех систем организма. Для снятия интоксикации и общего улучшения состояния собаки требуется инфузионная терапия – это вливание специальных растворов внутривенно. Иногда может потребоваться переливание крови или гемодиализ. Основными осложнениями болезни являются сердечная недостаточность, воспаление печени, почечная недостаточность, ишемические повреждения головного мозга. Профилактика бабезиоза собак. Для предупреждения заболевания нужно обрабатывать регулярно и своевременно собаку специальными каплями, спреями от блох и клещей. Также можно использовать специальные ошейники. Обработка проводится каждые 3 недели в сезон заболевания. Существуют ультразвуковые отпугиватели клещей, неплохо себя зарекомендовавшие. Также на сегодняшний день для профилактики бабезиоза используется вакцинация. Единственное, сделать ее нужно успеть до наступления теплого сезона 2 градуса. К сожалению, все профилактические мероприятия не дают 100% гарантии в защите от возникновения заболевания, но существенно снижают риск возникновения осложнений и сокращают число заболевших животных. Еще раз хочется повторить, что при первых признаках заболевания стоит незамедлительно обратиться к ветеринарным специалистам. Мы работаем круглосуточно и без выходных. Будьте внимательны к своим питомцам. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет. Оставляйте свои вопросы и комментарии. Ставьте лайки. Всего вам хорошего. До свидания.